Добро пожаловать на канал Hardreset Info. Перед нами находится телефон Tecno Camon 18. И сейчас мы разберемся, как провести сброс к заводским настройкам на данном телефоне. Для начала мы переходим в настройки, после чего спускаемся в самый низ к системе. И здесь у нас есть сбросить настройки телефона. Мы нажимаем эту кнопку и нажимаем удаление всех данных. Удаление всех данных. Подтверждаем это дело графическим ключом. И удаление всех данных еще раз. Телефон будет перезагружен. И за это время он сотрет все данные с хранилища. Что ж, сброс к заводским настройкам был завершен. Поэтому на этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки. До скорых встреч!